Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Рада вас приветствовать в своем новом видео. Девчата, вы просили меня поделиться моим летним гардеробом, покупками на лето. Видео хоть небольшое будет, потому что я не так много чего себе приобретала, но решила сделать его отдельным, чтобы оно не потерялось где-то там во влогах, и кому было интересно, тот мог посмотреть. Поэтому предлагаю начинать. Ну и первая моя покупка — это вот такое льняное платье от Lime. Очень мне понравилось. Вот такой на регулируемых бретельках. Приталенный у него силуэт. И с моим ростом для меня важно, чтобы талия была на месте. И вот как раз-таки с этим платьем так и случилось. Не знаю, честно, как оно сядет на высокий рост. 1,70 м, мне кажется, там вот эта линия будет не там, где нужно. В спинке идет резинка, то есть никаких ни молний, ничего нет. Поэтому если у вас большая разница между талией и бедрами, наверное, проблематично будет надевать это платье. Оно идет с подкладом. Вот, и несмотря на то, что платье льняное, оно не просвечивает. Кстати говоря, не очень сильно мнется. Я извиняюсь за сторонний шум на заднем фоне, там Лёша с Машей играет, она, видите, как визжит от восторга. Платье мне на самом деле понравилось тем, что его можно носить как с босоножками, вот, классно оно будет смотреться, и также можно с какими-то шлепками, ну, понятно, там не со сланцами, да, а с какими-то городскими шлепками тоже будет выглядеть супер. Ну вот, у меня есть вот такие шлепки. Это иконика, им уже несколько лет, и вот с какой-нибудь черной сумкой гулять летом по городу замечательно, или в парке с коляской, с Машулькой. Люблю я вот эти шлепки, повторюсь, им несколько лет, вот, но я думаю, что-то подобное можно купить и сейчас. И вот так это смотрится платье с босоножками. Босоножки тоже у меня иконика, им тоже уже несколько лет. Они на самом деле настолько удобные, что в них просто как в тапочках. Сейчас вам покажу кофточку, про которую многие меня спрашивали, когда видели ее в роликах. Я так не очень, наверное, планирую носить. Покупала ее просто, ну, как вот такой джемперочек. Это тоже Lime, вот такой материал. То есть она прям воздушная, невесомая, очень красивая. Нравится мне здесь, как выполнена горловина, оформлена горло, плюс рукава мне подходят, ну, по длине, что тоже частенько является проблемой. В общем, вот такая вот кофточка, очень милая, нежная, и летом даже, если надеть какой-то боди, джинсы, сверху вот эту кофточку, тоже в прохладный вечерок, я думаю, будет смотреться супер. Следующее мое приобретение — это вот такой длинный кардиган на пуговках, ажурный. Бренд этот Liu Jo. Очень мне нравится. Прям тоже и длина рукава как раз мне. Мне нравится вот этот удлиненный кардиган. Здесь идут три пуговки, и он просто замечательно смотрится. Что с юбкой, что с платьем, что с голубыми джинсами, что с шортами. Выглядит очень красиво, и особенно, я думаю, когда подзагорю, тоже вот с загорелыми ножками будет сочетаться просто потрясающе. В общем, такой кардиганчик в мою коллекцию. Я думаю, вообще вещь не на один сезон, это точно. Кстати, вот это платье тоже, это такая база, которая, я думаю, будет со мной многие сезоны. Ну и как вы могли догадаться, да, я все-таки предпочитаю такие более женственные, классические образы, вот, которые со мной из года в год. И еще у меня есть вот такая джинсовка беленькая, тоже приобрела ее в этом году. Liu Jo также. Подвернула рукава. И с этим платьем тоже смотрится неплохо. Но я взяла эту джинсовку в комплект к белым шортам. Сейчас вам покажу. Ко мне приехала доставка Озон Фреш. Давайте вместе распакуем. Заказала немного ягод, фруктов и бакалеи. Люблю там заказывать, потому что большой выбор продуктов в наличии. Свежее мясо в том числе, есть даже мясо от фермеров. Я пробовала копченую грудку, осталась просто в восторге. Что еще очень ценю у них, так это их собственную пекарню. У меня каждый день дома свежий хлеб из печи.
И все это буквально с доставкой через час. Ну а я заказала вкуснейшую клубнику, просто идеального качества, ягодка к ягодке, знаете, аромат такой, вкус, как у садовой. Из ягод еще заказала голубику, вот такая она крупная, плотная и тоже очень вкусная, но мы, конечно же, все уже попробовали. Далее сливовидные томаты мне нужны для салата, потом узбекская черешня, тоже взяла упаковку, персики, вот они, знаете, мягкие, сочные, но при этом нет никаких ни помятостей, ничего. Взяла листья салата, ну, также буду готовить манго одну штучку, и дальше у меня здесь бакалея, сейчас вам тоже покажу поподробнее. Взяла масло, масло тыквенное и масло авокадо. Также заказала миндальное молоко, люблю на нем готовить кашу. Потом вот такие кофе в дрип-пакетах, тоже беру прям упаковку, вот такие удобные дрип-пакеты, чтобы готовить кофе. Муж меня попросил еще заказать вот такую икру из баклажанов, ему нравится, и заказала упаковку кофе тоже для кофемашины. Что мне вообще нравится, что продукты приходят все свежие, очень большой ассортимент, вот буквально от фермерского мяса и молочных продуктов до охлажденной рыбы и свежеиспеченного хлеба. Ну и, конечно же, доставка. Доставка в удобное время, скорость доставки где-то за час все привозят. Или я могу заказать доставку, пока гуляю с детьми в парке, и мне ее привезут в удобное для меня время. И обращайте внимание на скидки, потому что скидки есть на разные категории продуктов, где-то скидки бывают до 60%, и новые товары добавляются туда каждый день. Ссылочку на Озон Фреш оставляю для вас в описании к видео. Вот такие шортики я приобрела себе на лето. Они не очень короткие, не длинные, вообще то, что нужно, чтобы гулять, в том числе и в городе. Вот. Идет такая же монограмма, как на джинсовой куртке. Сейчас вам покажу все это вместе. Ну, такие шортики можно, как опять же, с босоножками носить, так и на плоском ходу. И вот такой топ очень мне нравится, нравится, как сидит. Это российский бренд Эмка. Итак, это все выглядит вместе с джинсовкой. Прям замечательный комплект. Как его примерила, сразу просто влюбилась. Следующее платьишко, такое оно легкое, летнее, просто летящее, невесомое. Мне, кстати, когда муж увидел, подумала, что это какая-то джинса, но это не джинса. На самом деле это хлопок, очень приятный к телу. Вот здесь идет на молнии, и дальше вот здесь как бы получается юбочка, да? Все это цельные изделия, но сам топ вот так вот завязывается. Сейчас быстренько завязала, можно завязать поаккуратнее, вот более красиво, но хочу вам просто показать. Такая летящая воздушная юбочка, опять же, ну такой более-менее, да, классический образ. Я еще мерила, это, кстати, тоже Лью Джо. Кстати, в Лью Джо мерила подобное платье, но из более плотного материала, решила, что на лето возьму... Вот такой вот. Очень-очень тоже мне нравится. Симпатичное. Следующее платье летнее, тончайшее. Оно просто невесомое. Вот такое. Сейчас вам покажу поближе. Вот так вот здесь выполнен рукав. Ну, видите, да, оно все воздушное. Здесь у нас вот такой красивый игривый разрез. Ну, вот я уже гуляла, то есть, когда идешь, оно так раздувается красиво. То мне нравится, что здесь, вот смотрите, видите, предусмотрен вот такой вот плотный телесный подклад, поэтому у вас ничего не просвечивает. При этом этот подклад не прилипает к телу, ну, то есть, вообще никакого дискомфорта. Здесь на пуговках все. В общем, такое игривое летнее платье. Тоже, девчонки, это Лью Джо. Как-то вот мы зашли с мужем, и там практически все я себе на лето и прикупила. Девчата, следующее мое приобретение. Покажу вам это все вместе, чтобы не переодеваться, в общем, и не затягивать видео с разными образами. Взяла вот такую
оверсайз, большую джинсовую, ну, даже не знаю, не рубашка, а что это, и не джинсовка, ну, наверное, джинсовая рубашка. Она очень классно смотрится с леггинсами. Ну, сейчас я, может быть, примерю, то есть, когда у вас облегающий низ, там, допустим, топ, и вот такая вот оверсайз. А рубашка мне нравится, когда это не супер, все так вот в облипку. И я, это лайм, и я купила также вот такие джинсы. Они мне очень понравились. Смотрите, как они классно сделаны. Видите, здесь такая буковка В. И получается, ну, очень, очень красивая линия талии. Но сейчас они мне вот так. Поэтому они как-то свободно болтаются. Они сейчас, они сидят так красиво. Они сейчас не сидят так красиво на попе, как должны быть. Я, в общем, раздумья, что с ними делать, как с ними быть. И вот такой вот коричневый боди, тоже это лайм. В общем, такой образ. Насчет вот этих белых джинс я пока думаю. Но даже вот так, если честно, мне очень нравится рубашка. И вот такие белые джинсы, такой более расслабленный образ. Ну, еще одно мое приобретение вам покажу, и на этом буду сегодня видео заканчивать. Шелковое платье, этот Well Stories, очень красивое, летящее, изящное. И вот такая, как это называется, господи, жилетка, это лайм. Вот, у этого платья, кстати, открытая спинка полностью, то есть там по копчик идет вырез. Очень тоже красивое, оно красиво будет как вот с таким полупрозрачным свитером, который я показывала. В принципе, можно с накидкой. Вот, пожалуйста, с накидочкой, да, тоже как классно смотрится. Ну, в общем, сочетается со всем в моем гардеробе, и даже с этой, мне кажется, оверсайз джинсовкой тоже будет классно. И красиво будет как на плоском ходу все это играет, да, ну, так и на каблучке, конечно, это смотрится более выигрышно. Девчата, в общем, такие у меня приобретения на этот летний сезон. Я более чем довольна. Если, возможно, что-то еще понравится, докуплю. А так все между собой сочетается, комбинируется. В общем, можно поиграться и составить разные красивые образы. Если видео вам понравилось, обязательно поддерживайте меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал. Ну, а мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока и хорошего вам шопинга!